Весьма эмоциональный матч сегодня был. Какой он для вас был, Саль, да? Тут тоже эмоционально был. Мне кажется, классный матч. Такой, мне кажется, немного из прошлого, потому что мы давно, в принципе, уже какой пятый год в зеленом дерби. И как раз вот что-то оттуда было сегодня, мне кажется, потому что эмоции просто сумасшедшие. Арена просто фантастика, вот поэтому все так. Настоящий зеленый дерби, я думаю, сегодня был. Как раз настоящий зеленый дерби, много стычек, столкновений, борьбы. Расскажите про этот силовой прием, который вы провели против Радулу, там какой, откуда взяли из UFC, может, посмотрели, когда гильотину, скажем так, провели. Да нет, ну какая гильотина, при чем здесь это? Да нет, просто там на моменте, на эмоциях схватились, там как, кто как схватил, так и получилось, да, как бы, я думаю, все на инстинктах, можно сказать. В одном моменте показалось, что сейчас игра может пройти в такое постоянное столкновение. Как удалось все-таки от этих стычек уйти и больше все-таки на хоккей переключиться непосредственно? Да не, ну игра успокоилась, конечно, третий период. Понятное дело, что как бы эмоции эмоциями, драки драками, там стычки стычками, но все-таки как бы 2 очка отдают за победу. Вот поэтому там можно было где-то полететь и 2 минуты получить, а в меньшинстве остаться. Поэтому все равно немножко голова охладилась, да, и все... начали в хоккей играть. Тренерский штаб решился на такой экспериментальный ход, который до этого не делали, сняли голкипера в овертайме. Насколько это готовилось, или это больше такое спонтанное, моментальное решение? Да не, готовилось, конечно. Я думаю, что, учитывая наши успешные буллиты, да, нам, наверное, ждать там 5 минут овертайма нет смысла, поэтому там уж... All-in, да, все на зеленое, поэтому, ну, я думаю, очень такое смелое решение, сегодня так нас вознаградила судьба за смелое решение. Насколько вот эта эмоциональная, домашняя такая классная атмосферная победа поможет черную эту полосу преодолеть в эмоциональном плане, как-то ментально? Ну, конечно, нам нужна была именно вот такая победа, то есть, как бы, я думаю, сегодня все поняли, что мы за команда, во что мы можем играть, с кем мы можем играть, какой мы результат можем достигать. Самое главное, мы можем держать удар. Как бы, я думаю, мы сегодня хороший экзамен сдали. Вот, поэтому для нас это очень важно. И теперь нам надо как бы пойти дальше. Да? То есть не то, чтобы понять, что мы это можем, и как бы опять расслабиться, да? А вот именно понять, что мы это можем, и каждый день шлифовать, то есть каждую игру идти вперед пойти. Спасибо большое. Победа.